Отопительный сезон начнется только в конце недели, а пока храним тепло и плотнее закрываем окна и двери. Подъезды проверяете, чтобы уже двери входные были на доводчиках или на других каких-то приспособлениях, в любом случае, чтобы все это было закрыто, и вы знаете, тогда будет обеспечен режим комфорта, что называется. Клин прозвучал первым аккордом на региональном фестивале «Город А». В масштабном смотре творческого потенциала участвовало 15 муниципалитетов. Об этом сразу после рекламы. В этом году тема «Подмосковье в лицах». И каждый город – Клин, Ступино, Подольск, Люберцы, Красногорск, Дмитров – постарались показать все лучшее, что есть у них в городе. Таким образом, пригласить людей к себе в гости, чтобы они посетили, посмотрели. И, конечно, подчеркнуть особенность нашего региона, Московской области. Скайп, WhatsApp, Viber. Местное отделение партии «Единая Россия» внедряет новый формат работы с населением. Многие заявители были на момент соединения в дороге, в машине. Так устроена жизнь сегодняшнего дня. Поэтому это очень удобно, когда есть возможность задать вопрос главе, задать вопрос секретарю местного отделения партии. Имя основателя Высоковской мануфактуры увековечили. Маленький Париж отметил 79-й день рождения.